Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госавтоинспекция напоминает, передвигаться на автомобиле, который зарегистрирован на умершего человека, противозаконно. Так, многие граждане осознанно стремятся избежать уплаты штрафов и транспортного налога. По данным ГИБДД, в этом году в Кировской области с учета были сняты более 1600 авто, владельцы которых скончались. Если такую машину остановит инспектор, водителю не миновать штрафа до 800 рублей, а также снятие регистрационных знаков и изъятие документов. Трасса 101. Снова зашла речь о том, чтобы создать в России электронную медицинскую базу данных водителей. Цель – исключить из водительских рядов, в том числе алкоголиков и наркоманов. Сейчас, якобы, у ГИБДД нет возможности оперативно проверять, состоит шофер на учете в наркодиспансере или нет. Современная ситуация такова, что под наблюдение нарколога попадает только каждый пятый нетрезвый водитель. Это те, кто соглашается пройти медосвидетельствование в лечебном учреждении. Трасса 101. В России собираются протестировать систему, которая оценивает качество дорог с воздуха. Для выявления ям и других неровностей будут запускать дроны, а проанализирует данные и даст рекомендации по ремонту искусственный интеллект. В какую копеечку влетит реализация задуманного, не сообщается. Не удивлюсь, что на эти деньги можно будет отремонтировать не одну дорогу. Трасса 101. Toyota официально представила следующее поколение Land Cruiser. Как и сообщалось ранее, внедорожник лишился знаменитого мотора V8. Теперь двигатели будут шестицилиндровые, и бензиновый, и дизельный. Первый объемом 3,5 литра мощностью 420 лошадей, второй объемом 3,3 мощностью 300 лошадиных сил. Это больше, чем было. Трансмиссия только 10-ступенчатый автомат. Число мест в салоне 5 либо 7. О стоимости новинки в рублях пока информации нет. Нулевый Land Cruiser 200 стоит сейчас минимум 5,5 миллионов рублей. Трасса 101. Главный критерий, по которому автомобилисты в нашей стране выбирают летние шины, это соотношение цены и качества. Так, в ходе опроса, проведенного агентством «Автостат», ответил каждый второй респондент. На втором месте вариант «хорошее сцепление с сухой и мокрой дорогой». На третьем – стоимость покрышек. Меньше всего наших соотечественников беспокоит уровень шума при эксплуатации летней резины. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.